Теперь что я еще хотел поговорить? Что-то хотел еще упомянуть. Да, вот интересно, вот сейчас все забываю, каждый раз хочу про это упомянуть. Вот сейчас биткоин с нефтяносится. Это электронная криптовалюта. На самом деле говорят, что это вот типа то же самое, что вот Мавро там. Да нет, это совершенно, это просто вот криптовалюта. Весь ее смысл и почему там она популярна, что она дает анонимность. Вот судя по всему, уже в современном мире все так устали от этих пристального внимания большого брата, что все за всем следят, за нами. Во всем вообще. И в любых там этих финансовых операциях, ну везде вообще. Все это там под всякими предлогами, соусами, там борьба с террористами, не знаю с кем, с инопланетянами. Ну, в общем, что совершенно там любая операция, любое действие, там все контролируется властями. И все это, от этого так уже устали, вероятно, что вот эта криптовалюта как глоток свежего воздуха для всех. Но это ладно. А вот интересен другой вопрос. Что вот сейчас она растет там какими-то... Это чисто финансовый смысл. Вот это полное подтверждение всех моих идей. Что вот я говорил, что еще ESG, когда создавал виртуальные акции, что в современном мире уже акции это просто инструмент чисто спекулятивный. То есть никаких активов за ними не стоит. И что... То, что за ними стоят, за этими акциями, что не привязаны к какой-то той фирме, которая их выпускала, к эмитенту, это даже и вредит. Поскольку с эмитентом что-то происходит, это отражается на курсе. А в принципе, акции через некоторое время начинают жить собственной жизнью, как вот дети. Там надо перерезать пуповину, чтобы их отпускать в свободное плавание. Поскольку они уже из младенчества вырастают. Но этого не происходит пока еще. И вот акции, то, что акции привязаны современные все-таки к этой самой комитенту, я говорю, им это только вот во вред идет, не на пользу. Все эти активы там, они уже никого не интересуют. То есть акции современные, это чисто спекулятивный инструмент. И вот биткоин это прекрасное тому подтверждение. То есть это чисто спекулятивный инструмент, за которым не стоит абсолютно ничего. И все это знают, это не тайна. И тем не менее, как видите, вот так вот они растут. Вот простейший вопрос, на который вам не ответит ни один экономист. Ну, задайте ему, они совершенно заданы в тупик. Вот почему ни одна акция современная, даже самой успешной фирмы, не может повторить успех биткоина? Почему там эти биткоины растут там, в 4 раза в месяц или во сколько там ранее? А вот ни одна акция, даже там кому-нибудь Google, так расти не может в принципе. Почему? Ведь и то, и другое спекулятивный инструмент. Опять-таки, потому что акции Google, хотя они совершенно, опять-таки, тоже спекулятивный инструмент, но вот они в сознании инвесторов привязаны к Google. А поскольку Google не может, ни одна фирма, даже Google, там, самый сверхуспешный, не может обеспечить прибыльность 4 раза в месяц, то и акции не могут такими темпами расти. А вот тот же биткоин, он ни к чему не привязан, он там может расти хоть 100 раз в месяц. То есть вот все наоборот, понимаете, вот говорят, что активы, там реальные, это вообще что-то там в плюс. Это уже минус в современном мире, потому что ты гири. Ты вынужден плыть с гири такой пудовой на шее. Этой гири является фирма-эмитент, который может там в большей или меньшей степени быть успешной. То есть там какие-то отчеты годовые, они на все влияют, там сразу акции падают. А почему они падают? Ведь никто же не ждет дивидендов. Это чисто спекулятивный инструмент, повторяю. И тем не менее падают. Ну ладно, в общем, это такое отступление. Просто уж там я... Чтобы разрядить обстановку, а то вот эти выборы. Все тут в напряжении. Ждешь, как бы не сняли. Как бы то, как бы все. Для биткоина... Про биткоин это просто так, развлечение ради. Лирическое отступление, так сказать. А вот задайте вопрос какому-нибудь... На каком-нибудь форуме суперэкономистов. Почему ничем не обеспеченный биткоин растет вот такими темпами? А фирма любой акции, то есть эти акции любой фирмы, казалось бы, за которыми реальные активы и прочее, прочее, они такими темпами расти не могут. Почему? Хотя и то, и другое чисто спекулятивные инструменты. Вам никто не ответит, уверяю вас. Ладно. Ну что еще?